Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Снэп от Марвел. Ну что, у нас новый сезон начался. Новый месяц, новый сезон, обновление уже поставили. Так, давай-ка мы заберем. Ух ты, что это за карта такая интересная была? Где она? Куда она делась? Вот. Дазлер. Даже не знаю, кто это такая. Я знаю, что 50 кредитов бесплатных я своих заберу. Слушай, ну что, у нас начало нового сезона. Поехали. Сразу же. С лету, так сказать. Колода. Ой, колоду не ту взял. Ау. Блин. Блин, колоду не ту. Ай, ладно, давай попробуем сыграть. Так, 3 плюс к силе. А, с наибольшей силой, понял. Блейд. Так, понятно. О, гиганта разрубил. Что делаем? Плаща сюда ставим, да? Или как? Давай плаща поставлю. Карта здесь получает минус 3 к силе. Даже не знаю, что сделать. Давай так поставим. Косминс. Косминс. Угу. Тин-тин-тири-тинс. Давай так вот сделаем. Хэллу порубил. Почему такой довольный, а? Можешь мне объяснить, почему он такой довольный? И кого же ты там... Смерть. Космо. Куда он поставит, а? Блин, кого он поставит и куда он поставит? Твою налево, ну я не знаю, давай так попробуем. Так и вот так. Одина порубил. И все? Я там думал, сейчас начнется кипишняк, а тут... А тут вообще на изи. Вышло-то все. Давай забираем награды. Так, и двигаемся дальше. А что такое Hot Monkey? Это горячая обезьяна? А что это за горячая обезьяна с револьверами? Ой, я опять забыл поменять команду, ё-моё. Придется еще тогда играть. Мультимен.
Так, эффект. При раскрытии срабатывает дважды. Дважды. Карты стоят на один меньше. О! О, как. Давай сделаю вот так вот. Интересно. Очень интересно. Постоянные эффекты здесь удвоенные. Постоянные эффекты. А если я поставлю сюда космо? К примеру, и вот так. Вонг. Он Вонга поставил, да? Давай я так сделаю. Так, ну понятно, тут пантеры. Так, он собирается Одина, что ли, выставлять? Или что? Наверное, все-таки сюда он Одина поставит. Я так и думал. Я поторопился с собакой, а? Я отступаю, ребят. Я не дам ему набрать дофигища очков. Если бы собака бы не поспешил, было бы все великолепно. А я космо выставил, да не туда, куда надо. А это еще раз говорит о том, что нечего, блин, спешить. Никогда не спеши именно с космо. Потому что это такая карта, которая может сыграть на тебя, но также и против тебя. Понимаешь? Да ё-моё, опять колоду. Чтоб тебя. Да не поставил я колоду. Новую. Ту, не новую, а... Еще и удружил вражение, а. Скалу, в вашу колоду. Добавляет двух рапторов. Твою налево лучше не придумаешь. Ну давай я сделаю так. Так, Анджела. Апулет снэп. Если я его сюда так перекину, посмотрим. Бишоп. Айсмен. Такс, дальше что? Дальше мы ставим вот так. Thank you.
Акое. Ну, и что еще? Ну, допустим. Так, я не знаю, что ему здесь нужно сделать, чтобы меня переплюнуть. Почему я не могу, интересно, этого чувачка сдвинуть? А? Интересно. Посмотрим. А, противник отступил. Сдался все-таки, да? Понятно. Ему рапторы эти не дали покоя. Так, можем ли теперь взять колоду номер 9? Че за обезьяна-то, а? Блин, не почитать про нее нифига. Животные к бою. Звучит так. Животные к бою. Типа, ах вы животные. Сейчас мы улучшим карту. Вон Анжелу можно улучшить. Эпик, эпик. Америка Чевис. Получили. Ну что, поехали, ребят. Нашей старой доброй колодой под номером 9. Эйс. Ну давай глянем, что у нас тут за эйс. У каждого игрока здесь может быть только одна карта. Поэтому мы ставим с тобой агента номер 13. Блин, Джубили. Эффекты при раскрытии дважды. При раскрытии. Ха. Есть у меня одна идейка по поводу Джубили. Я не знаю, правда, кого она сюда вызовет. Но дважды, дважды сработает. Броню. Хм. Даже пока не знаю. Я, наверное, пропущу. Так. И в чем прикол? А прикол-то в чем здесь был? Ну-ка, Джубили, вызывай сюда. О как. Допустим. Гоблин-то не сработал у него. Ай, ты посмотри, он у него не сработал просто-напросто, ребят. Я хожу первым, сейчас я вызываю сюда. А, твою налево, ты посмотри, а. Хотел мне худгоблина спихнуть, а тут космос стоит, который не дал ему такой возможности. Прикинь? Ну, вот так вот. Как и я в свое время тоже, по запаре. Тыкал-брыкал и по итогу. И по итогу проигрывал. И здесь то же самое получилось у моего противничка. Он думал, что он сможет на правой тяге. Он думал, что он сможет меня наказать, а наказал, получается, сам себя. Ну что же, двигаемся дальше. Блин, заход, конечно, не очень хороший. Воу, воу, воу.
Плюс 2 к силе. Это, конечно, круто. Блин. Если здесь нет карт. Даже ума не приложу, что здесь может быть. Давай так, наверное, поставим. Ха. Так, вот с этим надо что-то делать. У них постоянный это эффект. Подожди секунду, что-то не могу. Не могу сообразить. Итак, ну здесь понятно, наверное, поставим вот этого сюда. Демона этого убираем. Что делать-то, а? Как тут-то вот мне сделать? Что так поставить пока? Кло. Ну давай я так вот сделаю. Дракула. Четыре семь, это будет один. Блин, не получается, не выходит. Ты посмотри, а. Вот гад, а. Перестраховался, а, ты посмотри. Так, а вот это что получается? Сбрасывает карту с вышивки после финального хода, эта карта получает силу. Ага. Он сбросил карту какую-то там последнюю, да? У нее было силы 10. Вот он силу 10 получил. А вампиры я не знаю, как блочить, если честно. У него этот постоянный эффект, или не постоянный. Короче, у меня Дракулы нету. Такой карты нету, я ничего не могу про него сказать. Да иди ты в пень, ну кого ты добавил, а? Ну нафиг мне доктор Стрэндж-то здесь нужен? Блин, Электро. Давай морду сюда воткнем. Что он там делает? Электро. При раскрытии плюс один. Ага. Только одну карту можно сыграть. Он сюда же, да, перетаскивать будет. Три или четыре. Ну да, так получится. Давай сделаем так.
Доктор Стрэндж. Что я могу сделать? Это постоянно у нее? Да, при раскрытии у нее это. При раскрытии. Все карты перетягиваются сюда, как ни крути, да? Ну, я имею в виду 3-4, которые имеют энергию. Если я поставлю вот так. Последний ход. Вот он сюда молодец, что поставил, да? Это же постоянный эффект. Постоянный. Так что мы сделаем вот так вот и... Ну, наверное, вот так вот. Сейчас просто глянем. Ну, до свидания, парень. Чего ты сразу такой? Он не ожидал, наверное, да, такого подвоха? Конечно, не ожидал. Нормально мы его тут раскрутили. Прям шикарно. Так, разыграйте карты. Ага. Так, 100 кредитов. 100 кредитов, итого 355. Мы можем еще улучшить. Так, броня не хочет. Нет. Нет. Киллмонжер тоже не хочет. Удивительно. О. Этот парень никогда не против, да? Стервятник. Эпик. Ну-ка. 200 золота, ну что ты будешь делать, блин? Я просто рассчитывал на карту какую-нибудь хорошую. Видишь, мне не дают. Вон только вонг. У нас, кстати, два вонга. Может быть, нам одного еще взять в колоду? 50 кредитов. Сверху. Прикинь, два вонга. Прикинь, да, два вонга ставишь на одну линию. И потом туда, например, тигра или дума. Вот это было бы, конечно, круто. Кстати, надо подумать над этим. Так, после третьего хода подтасовывают. Понятно. Подтасовывает. И что он делает? Ну, давай сюда поставим морду тогда уж. И к чему это? Вот это к чему? После третьего хода подтасуют вашу руку в вашу колоду. Я нафиг уберу эту всю руку, колоду и тому подобное. Сколько там? Два стоит этот. Один. Поставлю я, наверное. А, после четвертого нельзя будет разыгрывать карты здесь. Тогда сделаем вот так вот. И вот так. Поларис.
Поларис. Кингпин. Последний ход, друзья мои. Последний ход. Аэро, да? И все? Такой бред. Такой бред он тут разыграл. Да. Не, я действительно думал, что там сейчас что-то такое будет. Супер-пупер комба, а на деле это оказалось пустышка. Я вот все никак не могу найти колоду хорошую, ребят, на сбросах. Пока для меня вот эта вот оптимальная колода. Так, если вы разгрузите здесь карту, силы ее удваиваются. Силы ее удваиваются, да? Пускай он ставит туда, кого хочет. Лаборатория Шури. Это кто он сухой? При раскрытии убирает способность всех постоянных карт в вашей руке и колоде. Хм. А почему именно в моей руке и колоде, а не во вражеской? Постоянные эффекты, да? То есть Вонга я не смогу использовать, получается, да? Понятно. Что, мне только так если делать? Смотрим, что он там придумывает сейчас. Угу. Ну давай. Пускай там притягивает куда хочет, кого хочет. Два дума мы с тобой заберем. Что там, что там? А, смещает, ну смещай. Все? Да смещался? Ну, проиграл он, ребят. Фокус опять у него не получился. Хотел что-то там, прыгал, дергался. Но это все бесполезно было. Как наказывали, так наказывать и будем, да? Ну что, еще поединочек? Давай еще поединочек сыграем и, наверное, будем закругляться на сегодня. Так, Данте. Данте. Данте Педанте. С наибольшей силой. Да нафиг мне нужен твой этот Human Torch. Блин. Давай так сделаем. Морду поставим сюда. Две карты мне подарил. Просто две карты.
Хм. Ладно. Я-то возражать не буду против этого. Надеюсь, у него нету космо. У него джиггернаут. Так, ну что, Дума теперь выставляем. Ход гоблин. Да и фиг с ним. С ход гоблином этим. Что нам можно сделать? Вот так вот мы можем сделать. Кто там у него? И по итогу ты всосал по полной программе, Данте. Твой магнит тебе не помог. Магнит он поставил сюда. Хе-хей, дрищ. Да, лопух, лопушок лопуховый. Могу только так сказать. Да не, на самом деле нормально все, ребят. Это я уже стебусь. Просто стебусь. Так, ну что, какая тут у нас карта хочет прокачаться? Карт-то много, которые хотят. А вот найди нужную. Даже не тигрица. Так, магнит. Понял. Магнето. Но я его, мне как-то удобнее назвать его магнит. 10 бустеров. На кого? Америка Чавес. Опять она? Зачастила, кстати, это Америка Чавес. На улучшение. Ну что, дорогие друзья, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.